Я приветствую всех моих дорогих зрителей, которые зашли на канал Креативный дом, и с вами Мила. Сегодня у меня необычная будет поделка. У меня в руках 1,20 м вот такой алюминиевой проволоки. Можно взять любую, которая хорошо гнется. Итак, мы давно с вами не делали красивые веточки. И пришла в голову идея сделать веточки или деревцы с алмазами. Вот так вот выглядит. И еще вы спрашивали, как теперь вот высохшие коробки выглядят. Я показываю. Вот эти каляки-маляки сверху. Кстати, мужу понравилось. Он думал, что это так и задумано. Что-то типа бус, он сказал. И коробки выглядят достаточно прилично. Ну, а сейчас вернемся к ветке с алмазами. Как же сделать такую ветку? Нам нужна алюминиевая проволока, больше метра или метр. Можете еще больше, смотря какую ветку, какой густоты вы хотите и так далее. Густоты маленьких веточек, я имею в виду. Также белая акриловая краска, обыкновенная, с которой мы всегда работаем. Алмазики из магазина Fix Price или в немецком магазине я брала Teddy. Для начала нашу проволоку сгинаем пополам. Можно сделать петельку, так мне больше нравится почему-то с петельками. И перекручиваем не одну за другую, а вот держим за петлю и крутим вместе сразу две наши проволоки. Крутим до той длины, сколько нам хочется, где будет располагаться вторая веточка, например. До этих пор. Теперь я отступаю сантиметров 10, например, это будет вторая веточка. Опять загибаю и делаю петлю. И опять скручиваю эту петельку. Между собой сразу две проволоки. Кручу за петельку, пока вот мы не докрутим до основной нашей вот этой вот ветки, да. То есть вот таким образом. То же самое проделываем с другой стороны. Но для начала мы теперь вот эту вот нашу центральную и эту проволоку скрутим вместе. Один оборот. И теперь можем приступить ко второй ветке. Или, например, сделать еще несколько оборотов. И вот эту вот длинную мы теперь берем проволоку или часть, которую мы еще не перекручивали, и опять снова начинаем крутить. Итак, продолжаем по всей длине. Делаем столько вот ответвлений, сколько вам нравится, да? Сколько нам хочется. Только крутим по очередности. Сначала одну, затем вторую. Не крутим только на одной проволоке, потому что она станет очень-очень короткая. Так, распределяем или потом можно распределить. И так далее. Теперь опять скручиваем две вместе. Получается что-то типа куриной лапки. Можно, если тяжело кому-то вручную перекручивать, можно взять плоскогубцы. И опять вот где-то здесь опять делаем веточку. Да, можно взять покороче, например, 5 сантиметров. 3 сантиметра в зависимости от таких ответвлений, каким размером вы хотите это видеть. И опять также перекручиваем. У меня получились вот 1, 2, 3, 4, 5 ответвлений. Теперь я делаю вот главное основание, то есть саму ветку, да. Теперь скручиваю просто две вместе. Теперь мне эту куриную лапку нужно покрасить белой краской. Красим кухонным поролоном или можно кистью, как вам удобно. Берем свежую газету. В общем, что-то нужно подложить, чтобы не испачкать на стол. Итак, теперь я крашу вот с губкой кухонной ветку. Буду красить 2 или 3 раза, посмотрим, как хорошо закрасится моя веточка. В принципе, она закрашивается, как вы видите, вот акриловая краска очень хорошо. Итак, я крашу и затем я тоже просушу это все феном.
Веточка два раза покрашена, хорошо просохла, можно покрыть лаком, если вы боитесь, что краска облезет. Теперь я беру наши алмазики и нагреваю пистолет с горячим клеем. Алмазики на веточку можно клеить как по одному, так и несколько в кучке. Это по вашему желанию, сколько вы хотите видеть на ветке ваших алмазиков. И также вот в центре или по краям, в общем, как вам нравится. Но до этого можно придать ветке вот какую-то вот естественность и изогнутость, если вам захочется, да, вот немножко так изогнуть. Видите, краска внутри еще не просохла даже. Пачкает руки. Так. И вот так. Ну, в общем, изгинаем, как нам нравится. Или изгибаем. Сгибаем, как нам нравится. Придаем форму. И теперь пистолет уже нагрелся. Я начинаю приклеивать алмазики. Кто будет приклеивать со мной, осторожно. Клей горячий, не обожгите руки. Можно взять пинцет и или вот как я вручную, в общем, каплю клея и приклеиваем на нашу ветку. Я буду приклеивать несколько штук здесь, и у меня здесь вместе 4 штучки. Можно 5-6, как вам нравится, в общем, типа вот такой кучки цветочка. И также здесь я приклею один и так далее. В общем, приклеиваем, как нам нравится. У меня получилось вот так. И все вместе они смотрятся гораздо лучше, чем одна веточка. Выглядит это неким таким букетом или пышным деревцем. Не знаю, как правильно сказать. И вот, как всегда, камера не передает блеск алмазов. Они очень блестят, не знаю, как направить. Вот, и выглядит эта ветка просто шикарно. Да, я иногда хвалю мои изделия, если они красивые, как мне кажется. Итак, давайте посмотрим в композиции. А, кстати, вот эти домики сзади. Такие домики продаются в Германии в магазинах Rossmann и DM. У девочек я видела, они покупали такие домики, светильники или подсвечники на канале AliExpress, в общем, в AliExpress, не знаю точно где, но я слышала видео, что они сказали, вот мы купили в AliExpress, разные там покупки, украшалки, и вот так смотрятся. Тут у нас позолоченные полоски и крапины. И один простой слева. Так, хорошо, прорекламировала. Нет, это не реклама, это я говорю тем, кто хочет такие приобрести. Но сейчас я это все уберу и посмотрим, как выглядят наши веточки. И вот так выглядит наше деревце или ветки. На фоне темного очень красиво, как будто сзади вот ночь в лесу. Звезды, снег. Смотрите, какая красота. И тишина. Что при свете, что без света, все равно очень даже симпатично. Ну, а мои бриллианты так и не блестят на камеру. Не хотят на камеру блестеть. На самом деле они очень блестят. Если будете клеить, сами убедитесь, это же стекло. Вот так выглядит все. Видео сейчас не монетизированные, как я сказала, у нас, да, сгорел компьютер. И пока мы ищем компьютер, пока еще ездим по магазинам. И еще, если вы видите такие видео, да, без надписи, без вот передней заставки такой, да, без картинки, пожалуйста, поддержите меня, кто любит, уважает, заходите на плейлист и смотрите, пожалуйста,
на ваш взгляд, на ваш вкус, что вам нравится. Например, какие-то поделки для кухни, или там есть зимние поделки на плейлист, или, например, поделки-переделки, что вы хотите. То есть, вот, пока так. Но, да, мы искали компьютер, и у меня потерялся муж. Потом я вижу его в окне рядом стоящего магазина с драгоценностями. И я была зла на моего мужа. Знаете почему? Посмотрите, что он мне купил. Он мне купил кольцо с бриллиантами. Вот за такие бешеные деньги. Представляете? Он взял его, купил. Зачем оно мне нужно? Я не ношу золото, я не люблю золото вообще-то, да. Но он сказал подарок, я еле сдержала свою злость. Причем, смотрите, сумма. Это же катастрофа, да, вот с паспортом. Все, 18 карат, да, 9 бриллиантов тут написано. Ужас. Ну да ладно. Он всегда меня балует. Вот, говорит, ты моя королева, бери, не ворчи. Ну, приходится теперь вот носить. Он уже третий раз так поступает, кстати. Один раз цепочку с бриллиантами тоже купил, с подвеской, второй раз серьги, подходящие к этой цепочке с бриллиантами. То есть вот с ним нельзя выходить. Да. И компьютер мы все-таки взяли. Но взяли его через интернет-магазин, и он придет только через неделю. Так что, пожалуйста, потерпите, у меня много идей сейчас, и я потихоньку буду выставлять видео, и да, в дальнейшем мы с вами наладим все видео, как и всегда. А еще хочу сказать, что фикс прайс я купила ложки, мы с вами также будем работать с ложками пластиковыми, вот такие они десертные, не столовые и не чайные. И следующие видео будут поделки из меха. Это будет очень красивое изделие. Так что запасайтесь таким длинноворстным мехом. Вот. Ну, на сегодня все. Если поделались, понравились такие веточки, делайте. И я с вами прощаюсь. Люблю вас, целую. До скорой встречи, дорогие мои. Пока-пока.